Да, может мне свет включить? Не понял, какой-то тем фортис такой себе, не очень. По игрокам. Пищу кушать. Знаешь, что у тебя с желудком будет? Знаю. Ты будешь лечить желудок. Ты же был человек. Угу. Ты же не ел. Ты сам подумай головой, кто борщ столько майонеза кидает. Я. Если я кидаю, одну патрику кидаю, потому что он жирный. Еще раз оставишь на столе кружку. Поэтому звонок в Дискорде. Дискорд. Да Дискорд нам не быть. С игроками Дискорд, да. Нет, короче. Сейчас. Я понял. Короче, предлагаю сегодня в 8 форт. Что такое форт? Форт знает, собственно, как всегда. А почему там взрослые люди? Ну, потому что здесь просто Дискорд. Да, Дискорд. У тебя какие-то вопросы? Ты хочешь доработать проблемы? О, мама. Да я послушаю. Я не понимаю, почему взрослый мужской голос какой-то детской игре. Мам, это не игра! Мама, это типа WhatsApp, но только здесь Дискорд. С кем ты разговариваешь? Ты понимаешь, с кем ты? Меня зовут Никита. Могу еще занят. Ты вообще спал ночью или нет? Нет еще. Ты че? Я днем сплю. Так я с работы пришла, ты ж не спал. Не, я спал. Ты ел? Что, когда? Пюре вчера. Да. Все съел? Да. Что тебе сейчас подожди? Чайник будешь сбыть? Да. Мне нечем платить. Ну, я говорю, в конце месяца. Света, это мне не страшно, я просто буду скачивать файлы. Все равно это никакой бред не несет. Кто-то чинит свет, но у него, походу, стойте. Пока. У меня не мама звонит. Пока. Восточных славян, древнерусской культуры. Глеб, убери это. Древнерусской... Глеб, я... Хуйню ты несешь! Глеб, я тебя вышвырну из конференции. Убери эту фотографию. А можно поучиться тоже? А, здравствуйте, это 8Б или нет? Нет, вы не туда попали, это 5Б. Это 5Б. А, это 5, это, а что я тогда? Ну чё? Вот, а что вы тут делаете, это вопрос. Это 10Б. Майнкрафтер дал... Пожалуйста, не надо, люди тут занимаются делом. Это 10А? Хватит, это 5 класс, вы ошиблись, хватит, вышли, тролли, не мешайте, 5-классникам, идите дальше. Это 10А? Древнерусская книжность на Руси. Анастасия... Тихая Анастасия пошла на... Совет X1 такой, что А на X1 было равно 1. Так, давайте я вам звук отключу, или вы сами отключите себе. А в августе... Да. Вот в августе новым командующим был назначен Фермор. А ты о нем что-то знаешь? Вот в Цорндорфе в августе 1758 года, вот ты запомни это, не перепутай, 58-го. Почему 68-го было, то есть 52-го года была Бутовская война? Почему? Ну почему? Просто вот подумать логически. Ты сказал. Настолько тупые, ответы у них какие-то тупые. Как будто у них вообще даже... И привет! Повторите вопрос, пожалуйста. Окей. Да. Зима. Люди, я вернулся. Вам всем. Поебанная, блядь. Чучело твой отец, блядь, ебало. Забил чё, хули тебе надо, блядь. А чё, блядь, нельзя или что, блядь, не пойму нахуй. Ты, блядь, рынцы не путай, нахуй. Чел, давай! Бля, чел, я разбан купил! Не банили, как тебя,
Ты шлюха, блядь, безмолвная, свой рот закрой, блядь, баба, ты недопоебанная. Хуй со рта вытащи, блядь, тупорылая свинья, нахуй. Ты можешь, блядь, дослушать, тебя не перебивать, блядь, истеричка недоебанная, нахуй. Тебе, блядь, ебали, тебе ебальник давно не пиздили или что, нахуй? Хуесос ты недоебанный, блядь. Не, сука, ты какой тупой нахуй, когда старшие говорят, не перебивай, чмо недоебанное нахуй. Пойдешь нахуй ты, блядь, я не обязан, чмо недоебанное нахуй. Животное твой отец, как и ты, верблюд недоебанный нахуй. Слышь ты, блядь, обоскаешь нахуй, перевертыш нахуй, тебя давно не пиздили или что нахуй, чмо, блядь. Истеричка, блядь, рот закрыла. Радуга, можно вопрос? Пошел нахуй, вы что тут сами говорите за столом? Так, блядь, я умучу, это истеричка. Ебало закрыл нахуй, будто будет набито каждому, сука, буду такую ебать. Чел, блядь, я его забуду. Никсу, скажи, чмо, давай, Никсу, скажи. Сейчас, блядь, подожди, нахуй, а ты как его? Заходи, давай, один из этих гребчат, если меня ебать, если не сплой, ебать. У меня сейчас комп сломан, погоди, ну мне похуй, давай, заходи, блядь, ебать, ты еблана. Не, еблана это ты, почему ты слышишь, дайте один из этих выйти. А, да я Оскар без причины. Ой, питон открылся, ебать! Я не буду играть на этом сервере, хули он мне сдался, блядь? А, я животное и... Блядь, хорошо, что... Это, сундуки у тебя остались наверху, выйдешь. Да ты чё?